Всем привет, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем ролике поделюсь с вами рецептом рождественского шоколадного кекса с орешками и сухофруктами, который получается очень вкусным, рассыпчатым и буквально тает во рту. Для приготовления рождественского кекса мне потребуется вот такой вот набор сухофруктов и орешков. Я его составила сама. У меня здесь такие ингредиенты. Это вот цукаты из ананасов разноцветные, грецкие орехи, сушеная или вяленая клюква и изюм. Примерно где-то граммов 400. Сливочное масло 100 граммов, 60 грамм горького шоколада, 4 ложки муки с горкой, полстакана сахара. Я считаю, что этого будет достаточно, потому что очень много сладких компонентов. Шоколад, такая сладкая смесь. 3 яйца, разрыхлитель для теста. Буду использовать целый пакетик, здесь 10 граммов. Ну и, конечно же, что такое рождественский кекс? Это запах цитрусовых и специй. Поэтому я буду использовать сок одного апельсина, и также я сниму с него цедру, она тоже пойдет в тесто, ванильный сахар и молотая корица. Итак, приступаем. Первым делом снимем цедру с апельсина. Предварительно его хорошо вымоем с помощью щетки, потому что неизвестно, чем сейчас обрабатывают подобные плоды. Цедру с апельсина снимаю с помощью вот такой вот маленькой терочки. Цедра – это верхний слой без белого. В чашу миксера разбиваем отдельно 3 белка и будем их взбивать, пока без сахара, в крепкую пену. Белки взбились в пену, добавим сахар и продолжим взбивать уже до пиков. Белки взбились до бела, и дальше мы добавляем желтки по одному и опять же продолжаем взбивать. Шоколад и сливочное масло растопим в отдельной кастрюльке с добавлением 2-3 ложек молока. Шоколад с маслом растопился, и дальше я в него отправляю тертую цедру нашего апельсина. И пока горячая смесь, она станет максимально ароматной за счет добавления цедры. Пусть это все постоит пару минут. Аромат шоколада и апельсина – это просто что-то невероятное. А для меня это на самом деле запах приближающегося Нового года и Рождества. Тем временем из апельсина мы выжмем сок. Я делаю с помощью вот такой, это ручной соковыжималки для цитрусовых. Выжимается сок по максимуму. И вот смотрите, у меня получилось 100 мл сока. Шоколад с апельсиновой цедрой настоялся. Выливаем его в яичную смесь и продолжим взбивать. А дальше я добавлю сюда специи. Вы можете по своему усмотрению добавить мускатный орех, молотый кардамон, имбирь. В общем, все, что вы любите. У меня это будет чуть-чуть корицы, буквально пол чайной ложечки. Ванильный сахар с натуральной ванилью, тоже примерно столько же. И сюда же я волью апельсиновый сок. Соединю муку с разрыхлителем теста. И дальше муку подмешаю к нашей яично-шоколадно-масляной смеси. Можно это сделать вручную, либо на медленной скорости миксера. Напомню, в тесто я добавила 4 столовых ложки муки с горкой. Выглядит это примерно вот так. Тесто мое готово, оно получилось вот такой вот воздушной консистенции. Специально показываю, чтобы если вдруг вы там меньше, больше муки положили, чтобы вы ориентировались. И дальше вот сюда так мы высыпаем нашу сладкую смесь из орехов и сухофруктов и перемешаем. Основа для кекса готова, и теперь нам нужна форма для выпечки. Выпекать кекс я буду в силиконовой форме. Заранее смазала я ее растительным маслом и выливаю теперь основу для кекса. Аккуратно разравниваем тесто по поверхности и отправляем в разогретую заранее до 180 градусов духовку выпекаться.
Благодарю вас за внимание, желаю вам хорошего новогоднего настроения, приятного чаепития и, конечно же, увидимся на моем канале в моих новых роликах. Всем пока!